В Коми потушили последний лесной пожар. Горел лес на площади 200 квадратных метров в 9,5 километрах от села Старожевск Каркировского района. Возгорание обнаружили накануне вечером во время лесоавиационных работ. Причиной стало неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. Справиться с огнем удалось сегодня к 4 утра. Всего в августе в Коми зафиксировано 86 лесных пожаров на площади 1099 гектаров.